Минувший год для нашего района стал насыщенным на реализацию значимых проектов. За это Одинцовский муниципалитет был отмечен престижной премией по двум направлениям – социальной сфере и эффективному управлению финансами. Это достижение – результат длительной работы финансового блока, которая началась не в 2016 году, что называется, не вчера, а гораздо раньше. Еще с позапрошлого года мы приняли серьезные ключевые решения, которые на сегодняшний день приносят такие плоды. Одинцовский район вошел в число лучших в регионе по количеству 100-бальных результатов ЕГЭ. И вообще сфера образования по итогам минувшего года закрепила прочные позиции. В 2016 году в районе заработал полноценный филиал МГИМО нашего федерального вуза с международной репутацией. И вузы такого уровня в других муниципалитетах Подмосковья в последние годы не открывались совсем. Здесь мы тоже впереди. В ходе встречи отмечена и торгово-экономическая сфера. Ранее в Одинцовском районе был открыт Леруа Мерлен, в 2016 году гипермаркет «Глобус» в Жаворонках, а уже в наступившем году появится торговая галерея и гипермаркет «Декатлон». В связи с этим ожидается привлечение инвесторов и увеличение экономического роста района. Во время совещания было подчеркнуто, что серьезный шаг в 2016 году был сделан в строительстве социально значимых объектов. Продолжается работа на путепроводе в 8-м микрорайоне Одинцова, который уже в скором времени соединит две части города. В целом хочу подчеркнуть, что Одинцовский район в числе передовых муниципалитетов Московской области. У нас сильная команда, это мы с вами. Отстроенный механизм работы, и самое главное, я его ощущаю, это правильный, здоровый настрой на лидерство. По завершении совещания Андрей Иванов поблагодарил глав городских и сельских поселений за достижения на местном уровне и слаженную работу. Анна Пряхина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».